Девочки, утром мы пьем водичку, только не простую, а волшебную, отвар овса. Вы все спрашиваете, как мы его делаем. Я говорила, что в интернете там очень много разных рецептов. Но Таня сейчас расскажет, потому что я сама его не делала. Таня расскажет, как делает она. А ну, Танюш, расскажи, потому что людям интересно. Девочки, привет. Давай только погромче трошки. Уберу сухий овес, отмеряю. На русском, если трошки, потому что... Отмериваю 2,5 стакана овса. Потом промываю в горячей воде. Ну, как мы обычно крупы промываем, так и овес. Чтобы там вся капелячка, грязючка вся ушла. Потом в кастрюльку его высыпаю и заливаю 6 литров воды. Ставлю на огонь. Ну, я жду, пока закипит, а потом прикручиваю. В общем, надо, чтобы он варился 3... В общем, до 4 часов. 3,5-4 часа. На медленном огне. На медленном огне, потому что она быстро-быстро выкипит все, и там ничего не останется. Он уваривается в течение этого времени. Потом отключаю его. Трошки остынет, потом процеживаю и разводю до 4 литров. Ну, добавляю кипяченую охлажденную воду до 4 литров. Все. Разливаю две бутылки, две 2-литровые бутылки и ставлю на хранение в холодильник. В общем, в течение дня надо выпивать литр примерно этого нашего волшебного напитка. До еды за полчаса. Да? Чи так, чи не так? Ну, вообще в рецепте, в том, что я применяла, пишут, что можно пить его когда сколько хочешь, когда хочешь и в любое время. Ну, желательно, конечно, до еды. И понятно. Все. Ну, в общем, вот такой... Хранить его, конечно, не больше 3 дней. Ну, смотреть по мере того, если вам, например, не нравится уже его вкус, значит, новый надо заваривать. Ну, да. Ну, в общем, такой вот один из рецептов. Их очень много в интернете. Таня делает именно так. И мы вот это по утрам... Заместо воды 0,5-литровую чашечку сейчас бахнули. Вот, пойдем управляться и готовить завтрак. Все, да. А кошку зовут Дуся. Всем доброе утро. Что-то плохой свет сегодня, плохо видно. У нас завтрак. Значит, мы сварили себе пшенную кашу. Взяли по 50 грамм каши, отварили в воде и разбавили по 200 грамм молока. 3,2%. Вот такая каша у нас получилась. Она не густая, не жидкая, такая как раз хорошая. И еще у нас будет по 1 яйцу. И 2 хлебца и 10 грамм меда. И чай. Получается по 436, да, Таня, примерно где-то? 436? 438. Ну, ты по 38, у меня 36. Ну, практически одинаковые у нас завтраки. Так что всем приятного аппетита, кто нас смотрит. Вот, кому нравится видео, то подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Ну вот, наконец-то мы сели обедать. Опять мы немножко с опозданием, уже минут, наверное, 33-го, но ничего. Сделали себе салат со свежих овощей. Там тыква, этот перчик сладкий, что там, немножко огурца было, помидоры. А что еще я туда покрасила? Вроде все, кабачок. Вот, растительного масла, по 90 грамм филе отварное, и, значит, тыквы грамм по 150 и грамм по 80 творога, и мед по 20 грамм. Ну, там немножко небольшие у нас это, вот разница у Тани получается 490, а у меня 470. Такой у нас обед. Всем приятного аппетита. Ну и, конечно, чай. Просто чай. Так, девочки, нам Дед Мороз прислал посылочку. Сейчас будет у нас распаковка. Послали во Вселенную запрос, и нам
прислали ответ. Сейчас будем смотреть, что ж там такое там интересное прислали для Тани. Давай, Танечка. Не сильно они его и запаковали. А ну, открывай. Ух ты! Ух ты! Да еще какие шуточки блестят! А ну, открывай. Так что я не зря вчера сказала, что наша Таня спортсменка. Посмотрите. Не успели подумать, а тут вам раз. И ботики, смотрите какие. Сейчас будем мы, девочки, испытывать их на деле. Сейчас Таня оденет. Да как побежим километров, наверное, в марафон пойдем на 40 километров. Или на полу, Таня, марафон. А? Что ты молчишь? Радуйся, молча. Нравится тебе? Это ей дочка прислала. Так что у нее дети хорошие. Только надо подталкивать, сказать, что она хочет. Она ж молчит. Вы ж видите, какая молчулюха. Мальчелюха. И шнурочки даже есть. Ну, а как же бы шнурочка. В общем, сейчас будем мерять. Ну что, учимся одевать кроссовки. А ну, стоя, получается. Давай, давай, давай. О, засунула. Выпустили на улицу погулять курочек, уточек. Вон они пасутся. Дождик накрапает. Видите, какое небо хмурое. А мы с Таней вышли выгулять новые кроссовочки. Ничего себе. О, красотка какая. Сейчас он еще две палки взяли. Мы сейчас как побежим. Ага, нас не хочет. Догонят. Нас и дают. Так что сейчас у нас будет марафон. Потому что начался дождь, а мы хотим хоть, ну, хоть чуть-чуть пройтись. А еще же нам управляться. Потому что сегодня так получилось, что муж тоже на работе. И нам нужно управляться. О, курочки разбежались. Все разбежались. Коза мэкая, дождь идет, а мы пройдемся. В общем, идем гулять. Дождь пиляет, я не знаю, ну, мы не просидели, не было когда в гору глянуть. Ну, сами знаете, сырье работы, и то не все сделали. Хотели еще капусту поквасить, занесли, но уже не до капусты нам. А Таня, вон, смотрите, в марафоне с двумя палочками, она чух-чух-чух-чух-чух-чух, глянь. Тань, да я тебя уже скоро не догоню. Да, молодец, молодец, вперед. И только вперед. Что-то я тут лазила по степи. Все, бачите, бурьянов сколько. Таня там он вдалеке сидит, отдыхает. А я что слазила, я нашла щавельцы, наверное, конские. Ну, почему не нарвать на салатик? Сейчас я его нарву. Вот я добытчица. Вот. Добавить какой-то салатик. Или в супчик. Почему нет? Почему нет? Сейчас пообрываю. В общем, сейчас пообрываю. Щавелек. Что значит слепая? Ось сидит Таня. А ось ще кус щавля. А мене поперло, хто зна куда. Сейчас и тут сорвем. А что? Можно и борщик сварить, и супчик сварить, и салатик добавить. Очень полезное растение. Не ешь меня. Ой. Давайте, Таня. Я уже тут ей песни пою. Что нам снег, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной. Таня, подхватывай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, я певица еще та. Таня говорит, пошли назад, дождь сейчас начнется. Я не, вперед. А теперь идем под дождем. Под дождем хорошо. Не жарко.
Свежо. Идем домой по дороге с бурьянами. Ну что, встречаем победителя. Всем физкульт привет. Прогулялись мы их прекрасно. Правда, уже устала Танюша, но ничего. Я сейчас ей помогу справиться с хозяйством, все будет хорошо. Всем добрый вечер. Уже наступило время ужинать. Даже уже минут 27-го мы уже опаздываем. Что мы приготовили сегодня? Отварили капусты, это 275 грамм сырой. Вот. Потом поджарили ее на 5 граммах сливочного масла. Ну, это если каждую отдельно порцию брать. Я за одну порцию говорю 5 грамм сливочного масла. И получается 1,5 яйца, потому что на двоих мы 3 взяли. Это все мы поджарили. И сверху сметаны 30 грамм 20%. Еще будем пить чай. И сегодня приготовили паштет с утиных потрошков. Там и желудочки, сердце, печень. Мы это все протушили вместе с тыквой, с луком, с морковкой. Получилось 170 калорий на 100 грамм. Вот мы намазали хлебцы и будем потом еще пить чай. У меня получается ужин 342 калории. Вот. А Таня, у тебя сколько? 394. За целый день у меня получается где-то 1230. Не очень много. Может, еще вечером что-то перекушу. А у Тани? 1324. Тане 1324. Ну, тоже немного. Если не будем хотеть кушать, то и ничего не будем перекушивать. В общем, вот такой у нас получился ужин. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я с вами прощаюсь. Мы с вами прощаемся. До завтра. До свидания.